Очередной этап операции «Нетрезвый водитель» прошел в Тюмени. Усиленные наряды полка и спецбатальона ДПС несли дежурство на улицах города, массово проверяя водителей. Наш ротный. Первым попался водитель белого внедорожника. Алкотестер подтвердил, стойкий запах алкоголя из салона машины – не галлюцинация. Плотно губы, непрерывно, до звукового щелчка. Щелчок. Все, что выше 0,16, считается алкогольным опьянением в Российской Федерации. Сейчас какие цифры появляются на табло, каждый по одному называет. Сколько? 0,63. Сколько? 0,63. Отличились и двухколесные. В руки инспекторов приехал 19-летний скутерист. Как он сам заявил, ночью юноша выпил литр водки. Всего за два выходных дня на наших дорогах задержали 96 нетрезвых водителей. Всем им грозит штраф 30 000 рублей и лишение прав.